В Прииртышье участились пожары в дачных массивах. Только за последние сутки в огне сгорела территория 56 дачных участков. По информации специалистов, все они находятся в садоводческом обществе «Надежда». Из-за сильного ветра огонь охватил 8 гектаров земли. Из уничтоженных 56 дач 35 бесхозные. В настоящее время устанавливаются причины пожара и подсчитывается ущерб. Звонок о возгорании в дежурную часть поступил поздно. Оперативной ликвидации огня мешал сильный ветер и отсутствие поблизости водоема. Пожароопасный период в регионе наступил с марта. За этот период горели более 250 участков. Огонь уничтожил 111 частных домов. В большинстве случаев причиной пожаров становится человеческий фактор. Сложности были в том, что огонь мог перекинуться на другие дачные общества, значит, и немножко, наверное, позднее сообщение. Уже огонь развился, поэтому пришлось привлекать столько много техники и личного состава. Сами хозяева дачных участков не могли приступить к тушению в связи с тем, что был неполивочный день, и, значит, усиливался ветром.